Экстремизм в современном мире. Круглый стол под таким названием состоялся в Центре правовой информации библиотека Крашенинникова. Представители полиции и прокуратуры обсудили со студентами техникумов и колледжей города сущность и причины возникновения экстремизма, а также последствия его появления. Главной темой для обсуждения, конечно же, наиболее близкой к собравшейся аудитории, стало понятие молодежного экстремизма. Эту актуальную тему попытались рассмотреть с разных сторон. Много говорилось о социальных истоках и психологических корнях этого явления, о роли религиозных организаций в вопросах пропаганды экстремизма, о том, как не стать жертвой агитации, а также о профилактических действиях, принимаемых силовиками по противодействию этому явлению. Зачастую отдельные, так скажем, экстремистские проявления, они очень часто распространяются среди молодежи через интернет. Преступления экстремистского характера в Магнитогорске, да, они выявляются. Вот. В основном работа строится совместно с Федеральной службой безопасности. Участники встречи обсудили способы формирования толерантности, уважения к культуре других народов и воспитания чувства неприятия к насилию и крайнему виду экстремизма – терроризму.